Золушка. Первоначальный вариант. Ну давай, 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 давай. Терпи, 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 терпи. А, есть рекорд. 16 суток без воздуха. Ну, а ты что вся в каше ухомызгалась? Подумаешь, разговелась немножко. Разговелась немножко. Батя, зачем меня из кузницы позвал? Стой, не иди на меня, сядь. У папы сегодня хорошее настроение. Папа сегодня одну из вас отдаст под венец. Одна из вас сегодня покинет отчий дом. И отчий дом покидает. Покидает сегодня отчий дом. Я прямо волнуюсь. И отчий дом сегодня покидает одна из вас. Свадьба, 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 свадьба. Золотые кольца, ленты, платья. Свадьба, 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 свадьба. Не Натуся, не отупляй ситуэйшн вообще. Золушка же 3 раза замужем была. Да у нее шансов нет. Ее лицом только дыню выгрызать. Ты это 3 раза уже и говоришь. Как недалеко, Натуся, ей-богу. Хватит. Растрещались тут, как счетчики Гейгера в Тегеране. Да вашими устами только беляши у Казанского вокзала жрать. Батя, за собой посмотри! А чё? Я молодой, меня только тело старит. А можно мне Натусик в кузницу позвать? А то там сопла продувать некому. Левша, закрой рот с той стороны. Там, кстати, принц приехал. Звать? Зови! You don't have to be beautiful to turn me on. Ой, что это такое? Я не поняла. Твои красавицы! Разумеется. Разрешите представиться, отец Фурий. Святой отец? Да нет, отец вот этих вот 3 фурий. Ну, а с чем пожаловали в наш дом? С песней! Однажды вечером, вечером, вечером мы собрались, чтобы поесть вареной печени. И собрались мы за столом решить, какой же формы отки. После диспута сошлись мы на одном параллелепипед. Это вы зря такую песню доспели. Нерационально вы наше эфирное время используете. А что привело в наш дом? О, это старая история. Давеча на балу от меня сбежала одна прекрасная особа. Но перед тем, как исчезнуть, она на лестнице потеряла свою... туфлю. Совесть! Совесть она потеряла! Вот теперь ищу бесстыжую девку! Ну такого добра у нас навалом! Тут прям вот фарш из отрицательных качеств. Ну тогда, может, приступим к опознанию? Интересно, у меня там такого никогда не было. Ну. Ну что, начнем, пожалуй, с водки. О, прекрасный выбор, я в этом доме вообще не просыхаю. Ну что ж. Закончим смеяться. Наташа, Наташа, Золушка. Золушка? А не слишком ли вычурное имя для девушки с лицом солиста группы Ронда? В точку прям попали. Понимаете, мы с маменькой в то время в рекламном агентстве работали. Ну, креативили буквально на всем. Ну, не про этот разговор. В общем, давайте располагайтесь. Каждый из них бессовестен по-своему. А-а-а! Хорошо! Очень хорошо! Вот смотрю я на вас, Наталья, и думаю, отвернусь, все, ушла мысль. Так, может, вы кушать хотите? Так, конечно, хочу! Так, а с чем это у вас пирожки? Запретными плодами Эдема! С чем? С яблочками, с яблочками!
яблочками. А я вчера видела, как Наталья на Балтийском берегу трусики летним бризом сдула. Ну не чудо ли? Кстати, знакомьтесь, это моя средненькая. Она к вам не с пустыми щеками, у нее полный рот скандалов. А еще я вчера видела, как батенька в конюшне подглядывал, как пони моется. Ой, что я такое говорю, язык мой, враг мой. А пойдемте, я покажу вам огород Золушки. Здесь, значит, огурчики, здесь помидорчики, здесь Толстой похоронен. Аккуратно, между огурчиками и помидорчиком. Ой, что я опять такое говорю, это вообще нелепица-то какая. Нелепица, слово-то какое смешное, нелепица. Обязательно завтра на панихиде скажу. У вас сейчас такая пауза неловкая возникла, что как раз можно и песню про полотенце спеть. Да здесь уже про все что угодно песню спеть можно. Ну тогда я про свадьбу спою. Нынче вечер, хоть куда, а Никита Джигурда вновь женился на спортсменке. Еле 20-25, ему 40-45 или даже 50-55. 50, 50. Так, стоп, хватит петь числа. Я гуманитарий. Батенька, кстати, о числах. Мы тут в Москву везем 5 пудов ячменя за 1 серебра, да? Так вот, есть схемка хитрая, которая работает. Можно оброк по документам как барщину провести. У короны есть и бланки, и печати. Ой, голова! А я смотрю, вы смышленая. Так что, может быть, и отцовскую подпись подделать умеете? Что там этот крестик подделать? Ой, не получилось. А у вас есть еще одна дарственная? Да ты бессовестная! Это кто это бессовестная? А ты бессовестная! Помрочи чертова копыта! Эх, не могу! Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все дискотека, танцующие! Я накрасила ногти. Дискотека окончена! Ну вот я и нашел тебя, Золушка! Что такая несправедливость навсегда? Вот все время достается все тем, у кого даже совести нет! А мне даже в принц впору был! Эсочка! Дорогие друзья! Видите, как судьба глумится над нами? Казалось бы, обычная домашка, а затронута тема двойственности Шопенгауэра. Казалось бы, что может быть страшнее, девушка потеряла совесть. А нет, счастье нашла. Без прочитаем все, что вы сказать хотели нам. И нам осталось вспоминать о том,